для этого создаются. Выступление премьер-министра Никола Пашиняна в Москве на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе подверглось серьезной критике общественности и политических кругов Армении. Секретарь партии «Республика», бывший первый заместитель председателя парламента Эдуард Шармазанов, комментируя выступление премьер-министра, отметил, что не винит этого человека, потому что уровень Пашиняна не идет ни в какое сравнение с участвовавшими в заседании главами государств. Насколько нужно быть далеким от международной дипломатии, чтобы так унижать себя безграмотными, противоречивыми высказываниями? Два дня назад, заявивший о полном признании территориальной целостности Азербайджана Никол Пашинян, не стесняясь говорить сейчас в Москве о Лачинском коридоре, подчеркнул Шармазанов. В свою очередь, экс-глава внешнеполитического ведомства Армении Ара Айвазян отметил, что примерно 10 дней назад, выступая в Брюсселе с заявлениями, Пашинян своим абсолютно противоречивым выступлением в Москве вновь поставил себя в безвыходное положение. По его словам, Пашинян, сидя за одним столом с такими главами государств, как Путин, Алиев, был сильно взволнован, сам не понял, о чем говорит. Депутат парламента от блока Армения Хайк Мамеджанян в своем комментарии о состоявшейся встрече подчеркнул, что Пашинян своей безграмотностью в очередной раз унизил себя. Подписавший акт о капитуляции в 44-дневной войне, Пашинян до сих пор не может понять, в чем заключается миссия российских миротворцев. Политолог Армен Айвазян отметил, что испытывает трудности при попытке понять выступление Пашиняна на армянском языке. И ему интересно, как же на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве поняли выступление Пашиняна на русском языке, потому что Пашинян не только нес чепуху, но и не отвечал за свое поведение. Политолог подчеркнул, что если правительство Армении задумывается о своем будущем, то должно пересмотреть свои отношения с соседями. В кратчайшие сроки должны быть открыты транспортно-коммуникационные связи. В противном случае под вопросом будет существование этой страны. Айдана Раздаян, Легина Абюнязаде, Ксения Анисимова, новости Аставе.